Для того, чтобы заварить кофе по-вьетнамски, нам понадобится кофе, выращенный во Вьетнаме. Специальная ситечка или заварник, который состоит из крышки, сита и, собственно, заварника. И обычная кружка. Во Вьетнаме говорят, что кофе, выращенный у них на родине, горчит, если его варить обычным способом. Поэтому они заваривают его именно таким способом. На кружку ставится специальное сито, после чего засыпаем кофе. Равномерно распределяем по дну сито. Прикрываем крышкой сита. После этого можно заливать кипятком. И закрываем, соответственно, крышечкой. Мы слышим, как журчит водичка. В некоторых случаях, если кофе побольше, то вода не журчит, а просто скапывается. Прокапывая через кофе, кипяток тем самым заваривается и получается напиток. 1,5 минуты, 2 минутки. Смотрим, что у нас получилось. Снимаем крышечку, ставим на нее сито, заварник. У нас в кружке получился великолепный вьетнамский кофе.